20 человек пострадали в результате инцидента, который произошел сегодня с самолетом Аэрофлота. На подлете к Бангкоку Боинг, следовавший из Москвы, попал в зону турбулентности. Причем оборудование на борту не подало сигнала об опасном участке маршрута. Самолет буквально подбросило на 200 метров, и те пассажиры, которые не были пристегнуты, получили травмы.